Главе украинского Минэнерго переговоры явно быстро наскучили. Он, как никто другой, знает, что денег на российский газ нет. Заявление Порошенко о том, что деньги якобы вот-вот найдутся, стали для Юрия Продана полной неожиданностью. Президент сказал, что начался поиск денег финансовых. Чей президент сказал? Подожди, куда? А какие основные параметры? Вы не знаете, что сказать? Знаете, я вот не знаю, куда мне выйти. Кто сказал?